ВТБ запускает ипотечную программу для многодетных семей по 3% годовых с 1 июля 2022 года, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Руководство банка решили поддержать многодетных родителей и впервые на российском рынке запустить семейную ипотеку всего по 3%. Заявил Печатников. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там еще больше оперативных новостей. Ну а я продолжаю. В банке пояснили, что клиенты, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок, начиная с 1 июля этого года, смогут оформить в банке ипотеку по ставке 3%. В рамках новой программы, которая будет действовать до конца 2022 года, ВТБ предоставит дисконт к ставке государственной семейной ипотеки. При условии комплексного страхования ставка на весь срок кредита для семей с тремя и более детьми составит всего 3% годовых. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ. Остальные параметры идентичны условиям госпрограммы. Льготное финансирование предоставляется при покупке недвижимости на первичном рынке. И по Сбербанку. Сбербанк расширит государственные программы. Семейная ипотека, господдержка и дальневосточная ипотека на самозанятых с 21 июня, заявил на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. По его словам, этой категории клиентов банка станут доступны кредиты по ставкам от 1,5% годовых по дальневосточной ипотеке, от 5,7% по семейной ипотеке и от 8,7% по программе «Господдержка». Также Царев напомнил, что в России 5 миллионов официально зарегистрированных самозанятых. Если остались вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал, жмите лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.